Да, это жестко. Чё как? Чё? Белка, тебя... Что там микрофон облизывает? Да, мини-джек не работает. Я включаю микрофон. Момент, когда главный персонаж начинает говорить. А вы слышали, пиздец, он жёсткий. Пиздец, он жёсткий. Да. У вас там компьютерный клуб, да? Семейный. Что там ещё говорит? Пока ничего. Надо спросить у Гмуха, как он был в сексе. Это смешно. Да, это было вообще.
такой пердежок. Как вообще мух допикался до овера? Там же карты банить надо было. Яли, блядь. Белка, шалунишка. Да. Бля. Просто топ. Надо будет демку скачать потом. Сколько у него хп, блядь? Лера, что? Почему я зависаю, блядь, в воздухе, блядь? Что за хуйня, блядь? Все, ГГ, блядь, ВП нахуй. Расходимся. Да. Макс, я хорош. Белка там мониторит, подсказывает, небось. Нечестно. Пять, выебал нахуй. Ха-ха-ха, ой-ой-ой. Ой. Белка, ты сказал ему, что он РПГ-то взял? И палит его, палит. Я ничего ему не говорю. Белки не дает этого чего. Тут у нее другая миссия. Он не знает, что он делает. Ты что, секреты? У вас двухкомнатная квартира? Одна. Он просто за мной сидит прям. Студия, что ли? Вы в центре Москвы живете? В Москве. В центре? Веник в центре живет. И этот. Бля, я случайно в общий чат написал. Бля, ты заебал! Где спалки, чё он молчит? А, мух вообще с ума сходит. Бля, проебанная, бля, бля, бля. Олег, где спрей? Не поставил спрей. Макс, ты читает его? Читает. Умён, сука, Макс, ты блядь. Может, ты меня отвлекал? Белка чё там? Сиськи показывает? Да. Я тоже отвлекся. Такие шарики. Да, белка.
А чё этот... Квартира тоже играет? Блять, нет. В сауну идти или смотреть, как вы тут играть будете? Я хуй его знаю, что интереснее. Ну, квартира, я просто так зашёл. Чё? Макс, ты зря, это сукин сын. А если у них один-один по карте будет, они еще одну будут играть? Да. Это надолго. Лучше сразу вообще поиграть. Интересное занятие играть в кап, когда есть только один сервер. А, да, очень. Так есть же еще один, по-моему. One сервер. Нет? Так на нем вроде никто не играет. Да, вообще работает или нет. На OneServer'е Fisher с Тираном играют. И еще есть KMC-сервер. У меня есть идея еще один сделать, только не знаю, будет на него кто-то заходить. Твою мать! А, это ты, барашек? Боже, я подумал, это Вэлс. Это барашек, блядь. Бля, у него реально голос на Вэлсовский похож, да? Да-да-да, Я все думал, кого мне напоминает, я сейчас понял. На чей? Велс. Давай, Зет, скажи что-нибудь еще. Нет, мне нечего сказать. У тебя. Скажи, что ты любишь мартини и работаешь в Сбербанке. И что я упоролась. Велс все время говорил, что я упоролась. Он работает в Сбербанке. Там что-то вообще неинтересно. Вэлс вроде работал. Вроде до сих пор там работает. Фрэнк, блядь! Бля, забавно, муха слышно, блядь, через белку. Ёбаный, блядь! О, белка орёт. Ну, кстати, Олег его догнал по счету почти. Один. А чё мух пикнул от себя? Два раза пикнул. Давайте доиграли уже. Вообще нихуя не вижу, блядь. Дед. Драма, блядь.